Rückseiten. Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены государственной наградой. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. This is an incredible relief for all the family members gathered here. It's a relief to the friends and colleagues all across the country who've been praying for this day for a long time. The deal that made this possible was a feat of diplomacy and friendship. Friendship. Multiple countries helped get this done. They joined a difficult, complex negotiations at my request. And I personally thank them all again. And I've thanked them personally, and I'll thank them again. All told, Russia has released 16 prisoners. 8 Russians who are being held in the West will be sent home as well. These 16 prisoners from Russia that Russia has released include 4 Americans, 5 Germans, 7 Russian citizens who are political prisoners in their own country. One of those Russians runs a human rights organization, Memorial, which won a Nobel Prize in 2022. Putin threw him in prison for voicing opposition to the war in Ukraine. 4 others work with Alexei Navalny, political opposition leader who died in Russia prison this year. Now, they can live safely abroad and continue their work of advocating for democracy if they so choose. Niemand hat sich diese Entscheidung einfach gemacht, einen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Mörder nur nach wenigen Jahren der Haft abzuschieben. Das staatliche Interesse an der Vollstreckung der Freiheitsstrafe war in Abwägung zu bringen mit der Freiheit und Gefahr für Leib und in einigen Fällen auch des Lebens unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierter. Является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в Альфе. И интересно, что когда он служил в Альфе, то он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, президентской охраны, которые сейчас работают в президентской охране, и которые, естественно, они друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга. Мне кажется крайне важным, чтобы у нас есть возможность обратиться сейчас в том числе и к западному сообществу, чтобы та картина мира, которую рисует нам пропаганда, которая как бы ежедневно лилась на меня, что мы в осажденной крепости и кругом враги,
она начала рассыпаться. Я бы хотел, пользуясь этой возможностью, сейчас обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям России, к людям, не к власти, и показали, протянули руку. Это может быть в мелочах, может быть, ослабить давление в отношении людей, именно людей. Дать какие-то простые вещи, такие как разрешение, например, на образовательный виз для молодежи. Какие-то простые вещи, где мы дадим россиянам возможность увидеть, что здесь не сплошные враги, как показывает мой телевизор, а такие же люди, которые помогают людям выжить и освободиться, помогают получить образование. Вот шаги, которые, мне кажется, помогли бы нам всем.